огроменный лещ. Блин, это жаба, я не знаю, она уже, как она глотку не порвала. Полчаса без перерыва уже. Крек. Здесь. Тин-тин-тин-тин. О, блин, а ребята, я что-то, наверное, собрал. Застрял в купинках. Твою мать, поводок 0,10. Хороший там. Куда это пошел, корчи? А ну иди сюда. Бонжур, дамы и господа. Я рад вас приветствовать, лучшие рыбаки дальних и ближних зарубежьев. Ну что, открытие лодочного сезона. Накачал я лодочку, выплываю в 6 утра. А там уже елы-палы, как будто бесплатно что-то раздают. Ну что, уже гудят моторы, понеслась эскадрилья, уже несутся. Я что думал, что будний день, как бы, возможно, не все поедут на открытие лодочного сезона. Может, где-то кто-то по озерам поедет. Но оказывается, что если здесь, а здесь место особо такое нелюдное, столько лодок, то я представляю, что творится поближе к городу. Несутся спиннингисты. У меня ленивое место, кружков наставили. Сколько у них кружков? Там штук 5. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ё-моё, они весь берег заполонили. Ни хера себе, положено 5 на человека. Тут я леня словил. И как раз кружок сюда влупили. Блин. И там плавают, на другой берег ставят. Ну что, сдурели что ли? Здесь, походу, кружки закончились, уже бутылок накидали. Все было, что было, только, наверное, дома все побросали. Ужас, до чего голодные, кошмар. Больше 20 кружков, еще и бутылок наложили. Меня как пушинку на волнах здесь. Не, надо, наверное, отсюда валить, это не дело. Меня тут, блин, замудохаюсь я на этих волнах и на этих гулах моторов. Постоянно проплывают рядом лодки с моторами, волна вот такая, сидишь. Ну какой лень, когда там, блин, шумят, как трактора как будто гоняют. 2 часа меня хватило, не выдержал я больше. Смотал я лодку, удочки. Приплыл я на берег, сдул лодку, удочки, все, в машину. Были у меня с собой фидера, решил я поехать все-таки посидеть еще немного на фидер. 3 часа времени у меня еще есть. Поехал я на свое место, где последний раз ловил лещей, где тестировал чеснок. Ну, естественно, оно занято. Брест, город у нас маленький, и вычислить место, где я дубасил этих лещей, было не проблема. Человек сидел с вечера, ночь, утро. Говорит, с вечера что-то поклевало, ночью тишина, утром тоже фигня, нифига не клюет. Обидно, досадно, у меня эклипса осталась, думал сразу и промеряться не буду, бабахну и понеслась. Но, увы, я. Поехал я дальше вдоль реки, народу как будто сегодня воскресенье, какой-то праздник, не знаю, ну тьма тоже, как и, кстати, было и в понедельник. Вот, прокатился, приехал до этого места, где я показывал в прошлом видео, мужик на жигулях сидел и говорил, что нифига, какие-то подергунчики, ничего не клюет. Ну проверим, тоже место интересное, будет интересно проверить, у него тогда не клювало, а клюнет ли он меня на эту арому чеснок. Прикормка та же, арома та же, опарыши, можно сказать, те же. Давайте начинать. Сейчас пойдем покажу место и посмотрим, что нам принесут сегодня эти удивительные рыболовные приключения. Погнали. Блин, ветер капец. Не знаю, как со звуком будет. Ну ладно. Что мы имеем на сегодняшний день? Крупный лещ. Раз. Лещ темный. Два. Чеснок. Три. Энергетический напиток, чтобы я не скучал. Четыре. Опарыш. Пять. Еще опарыш и баночка, куда будем наливать наш чеснок. Все вроде бы. Пошел за фидером, раскладываюсь, начинаю ловить. Огроменный лещ. Да ну нафиг. Ой, блин, а смотрите. А дед тогда на жигулях здесь сидел, говорит, а что-то подергунчики не берет. Пожалуйста, новое место, чеснок. Шикарная рыбеха, елы-палы. Блин, лебедь плывет. Только лебедя мне еще бахнуть осталось. Промерялся 2 минуты. Сразу нашел какую-то там аномалию.
То ли мелкая бровочка, то ли что. И забросил. Нету времени промеряться. Как я говорил, на рыбалку у меня всего 3 часа. Поэтому по-быстренькому. Полчаса уже прошло, 2,5 часа осталось. Посмотрим. Ну, радует меня, радует. Вот так вот сразу с набегу, промерившись по-быстрому. То ли не подсек, то ли подсек что-то мелкое. Не, есть что-то мелкое. Эх, блин, а. Вот так вот сразу с налету одного большого ловишь. Ну, как с налету, правда, минут 15 подождал, пока прикормка там начала действовать. А потом уже ждешь, что будет постоянно такие клевать, но нет. Ну что ж, густера, смотрите, какая шикарная для этих мест. Супер! За полчаса уже 3 рыбки, один хороший лещ и 2 густерины. Ну, одна поменьше, а вторая, я считаю, ништяк. Продолжаем, посмотрим, что будет дальше. Какая-то более осторожная. Поклевочки еле видны. Побаивается. Если там на 2,5 метрах на прошлой рыбалке забрасывал, поклевки были вот такие, то здесь тин-тин-тин-тин. И вот этот лещ первый. Ух ты! О, блин, а ребята, я что-то, наверное, собрал. Есть рыбина, блин, и подсака нету длинного. А как же быть? Что-то хорошее. А здесь еще кувшинки возле берега. Сейчас начнется жесть. Давай, родина. Это плотвина здоровая, нифига себе, колбасятина, или, как говорится, батон. Вот это влупило. Я думаю, что лещ как-то так вяло клювал, а плотва, конечно, дает жару. Ну что, густера, плотва, лещ, погнали дальше. Сейчас еще что-нибудь интересное поймаем. Что, снова заброс. Ветер капец, блин, сдувает. Просто жуть. Боковой такой валит. Посмотрим, говорят, плотва стайная рыба. Должна еще быть. Хотя, тут не поймешь, что она вообще делает на середине реки на 4 метрах, если здесь полно камыша. Она должна в камыше сидеть. Она там плавает. Может, какая загулявшая попалась. Ладно, плотва, густера. Нам нужен вот такой вот лещ. Кстати, слышал историю от мужика, который здесь ловил. Тогда на жигулях. Постоял с ним, поговорил. У него тогда, напомню, здесь ничего не клевало. Что-то, говорит, дергало и все. Так вот, говорил, что по осени здесь вот так вот кидал, как я сейчас кидаю примерно на середину. Линя поймал. Я, конечно, был поражен. Не знаю, правда или нет, но сказал, что поймал там линя. Думаю, что там теребит все? А это вот что. Есть поклевочка. Блин, а так хорошо бабахнуло. Ё-моё, блин, а он не брыкается, походу лещ. Да, головой мотыляет так. Потихонечку, так смотрю, трын-трын-трын-трын, и леска ослабляет. Я быстрее камеру нажимаю. И тянуть давай. Ох ты, зараза, застрял. А, в кувшинках сидит. Вылазь, дружище, пора показаться людям. Ну что делать? Застрял в кувшинках, твою мать, поводок 0,10. А хороший там. Блин. Ну все, дальше никак. Вот. Дал немножко слабину, думаю, будь что будет. И вышел, походу, с дебрей. Так, ну что? Ты куда это пошел, корчи? А ну иди сюда. Ух ты, какой крекин. Давай ко мне, дружок. Давай ко мне. А, тетя, красавец.
застрял в кувшинках. Пришлось дать слабину, чтобы он немножко с них вылез. И вот у меня какой-то, я не знаю, цирк какой-то творится. Я вначале под сак забуду, бегаю где-то в машину. Сейчас в кувшинке заведет, я его отпущу, чтобы погулял. Да, рыбалочки, конечно, у меня пошли. А? Как вам этот дружок? Ништяк. Рыболовные приключения, с нами всегда клево. Погнали дальше. Час рыбалки пролетел, две хороших рыбины поймал, три маленьких. Были еще подергунчики, но я стараюсь, друзья. Дипую опарыш в чеснок, прикормка на чесноке. Ну, понюхал, что-то вроде от нее запах маловато. Что я сделал? Сейчас по чуть-чуть еще добавляю в эту, в кормушечку. Вначале хотел добавить и размешать, потом подумал, блин, а вдруг переборщу. Не буду я фантазировать, пусть лучше будет такой идти приятный, нежный маленький ароматик. А так, попробую пару раз, добавлю в кормушечку, кину. Возможно, там оно все пропахнет под водой. И потом буду добавлять такими нежными порциями по чуть-чуть. Иногда пишут комментарии, мол, ты ловишь вот такую рыбку, такую, вот такую, а вот на том канале там чувак вот таких карасей и карпов тягает один в один. Ну, народ, наверное, не знает, что есть специализированные рыбхозы, где выращивают на продажу рыбу, вот это, которая на рынке продается, в магазинах, в аквариумах плавает. И вы не замечали, что она одного размера? Потому что запускают одинакового малька, выращивают примерно до килограмма, они все одинаковые и на продажу. Но у людей везде есть блат, везде есть знакомые, заплатили денег, им разрешили, зашли, половили, видео сняли, на канал залили, народ смотрит, шикарно. Зашел на озеро, наловил рыбин, как это так? Вот это профессионал, а вот этот на реке сидит и мелочью балуется. Ну, не может быть озеро, на котором все одинаковые рыбы, стандартные, обычное озеро. Может быть рыбхоз. Так что, прежде чем писать комментарии, хотел бы вам сказать, что я не на рыбхозе, я на реке ловлю, на обычной реке, где рыбы не так уж и много, поэтому размер разный. Если кому-то нравится смотреть видео, где ловят на рыбхозах, где на любую снасть, на любую там наживку надевать, забрасывать, все, повело, а рыбина вот... Пожалуйста, но на моем канале такого не будет. На моем канале рыболовные приключения. Мы плаваем по обычным рекам, которые есть в ваших городах и странах. Ребята, только что вам рассказывал про вот эти платные водоемы, да, как народ там дурит других. Смотрю, у меня фидер пополз. Ё-моё! Как же его через кувшинки теперь протянуть? Подлещик, хорошенький, ой, ты родимый, иди-ка сюда. Вот зараза, какой шустрый. Фу, есть. Вот так вот надо ловить на обычных реках, а на рыбхозах, где рыбы тьма, любой наловит. Пускай вот эти вот супер рыбаки выйдут на реку и покажут, как они могут там рыбу ловить. Уверен, они этого не сделают. Блин, пока тут разглагольствовал про супер рыбаков, уже столько поклевок было прозевал. Все, ладно, ловим рыбу, не отвлекаемся. Осталось нам ловить час. Так что ускоряемся. Надо поймать еще пару хороших крекеров. Прикормка работает, рыба на точку пришла. Вроде бы есть. Ну что-то, мне кажется, не супер огромное. Такое на килограмма 3. Шикарная густерина. Смотрите, какие плавники красные. Супер. Очередной заброс. Раскормил точку. Пришла рыба. Поклевывает. А то, блин, что-то были иногда провалы в клеве. Даже по минут 10. Есть рыба, получается. Я уже было подумал, что может и вправду здесь глубина 4 метра, а там ловил на 2,5, рыба может плавает где помельче. И сегодня у меня будет рыба обламинго клевать. Но нет, нормально, я доволен. Рыба пришла. Позвал я ее. Вот так-то. Спасибо человеку, который подсказал мне, что надо арома чеснок. Я думаю, на следующей рыбалке мы уже на лодке поплаваем. И попробую я сделать не с аромой,
а взять натуральный чеснок, порезать, прикормку кинуть и проверить. Хотя, мне кажется, арома как-то получше, блин. Ну да ладно, проверим. Клёвочки. Что-то подцепил, ну, наверное, небольшое. Интересно, интересно, какого это карпа я тяну. О, наверное, густера хорошая. Что это такое было, я не понял. А, это подлещ хороший. Ничего себе, а что это он так легко и шел? Что-то я не помню. Даже без подсака. Профессионал ловит без подсака. Погнали дальше. Стоит у меня фидергам, специальная такая резина, чтобы рывки смягчала. Поэтому я иногда позволяю себе такие вольности, как взять рыбу без подсака. Если вы ловите на такой же поводочек тоненький, там 0.10-0.12, и у вас не стоит фидергам, вы лучше так не делайте, потому что она у вас по-любому сорвется. Закинул что-то раз, дёбнуло и все. Думаю, блин, наверное, съело. Давай тянуть. А здесь что-то так... Не хочет к берегу идти? Ёлы-палы, ничего себе. А кто это у нас тут? Конечно, с таким подсаком это не очень весело. О, оторвался. Ладно, продолжаем. Вот такой вот красавчик. Супер. Есть поклевочка. Ну, что-то такое. Трик-трик-трик-трик-трик. Еле-еле душа в теле. Подсек, мне кажется, густерка небольшая. Если вообще она там есть. Что-то тяну вроде. Плотвичка вообще. Прикольно. Проводил стрим только что в режиме онлайн. И подсоединялся, только вышел в интернет. Началась трансляция. У меня такой загиб, тяну, такая рыбина крутая. Завела в кувшинки, блин, слил. Обидно, но там такой лещара хороший был. Ладно, все, сейчас буду собираться. Пора ехать домой. 2,5 часа чисто, можно сказать, прорыбачили. Полчаса на подготовку. 3 часа времени. Новое место. Старая арома, которую уже тестировали. Ну, второй раз проверил. Значит, работает. Раз на новом месте за 3 часа такие результаты. Для этой реки это шикарные результаты. Кто с Бреста знает реку Муховец, тот подтвердит. Все, показываю улов и собираемся. Шикарная поклевочка, ребята. Есть рыбина, есть. Хорошая. Секундочку, попробую дотянуть. Ух ты, как сопротивляется. Ой, блин, а не идет вообще. Давай, родимая, пролазь эти кувшинки. Там кувшинки, она не идет вообще. Хорошая рыбина. Ну, давай. Уже одну слил, когда стрим вел. Не хочется вторую слить. Уже домой собирался. Все, уже, думаю, последний заброс. Ну же, покажись хоть. Дай взглянуть на тебя. А, все, уперлась. А нет, пошла. Пошла, родимая, давай. Шикарная рыбина. Ты красавец какой. Есть, ребята. Есть. На пасашок, так сказать. Блин. Все, друзья, время уже и так. Опаздываю, сейчас выберу сюда где-нибудь, где нет ветра. Покажу вам, что поймал. Да и поедем домой. Итак, вот мой садочек. Сейчас пересыпем их сюда в подсак, чтобы лучше было видно. Секундочку. Опа. Итак, за 2,5 часа мы сегодня поймали с вами вот столько рыбешек. Вылазьте, друзья! Ну что, вот столько рыбешек мы поймали. Смотрите, какие красавцы есть. А? Шикардос. Вот такого я и слил на стриме 100%. Есть и поменьше, и побольше. Как-то вот так вот.
Вот такая вот, друзья, выдалась сегодня рыбалочка. Обидно, конечно, что на лодке не удалось поплавать, но мы еще наверстаем упущенное. Сегодня тоже шикарно провели время. Так что, кто хочет увидеть новые рыболовные приключения, подписываемся на канал. Кому понравилось видео, можете бахнуть лайк. Ну а я поехал, немножко передохну и на очередные рыболовные приключения. Пока-пока, пока!